В зале городской администрации было проведено оперативное совещание с заместителем министра по земельным отношениям относительно торговли Республики Дагестан Тамерланом Бугановым, на котором приняли участие заместители главы администрации, руководители муниципальных республиканских служб, имеющие отношение к розничной торговле. Начиная собрание, Тамерлан Буганов отметил, что по поручению главы республики на территории Республики Дагестан проводятся мероприятия по упорядочению деятельности рынков, продолжив, что особое внимание уделяется рынкам городов Хасавюрта, Махачкалы, Дербента. Когда вы пускаете арендатора на свою территорию, у вас есть договор. В договоре вы прописываете пункты. В пунктах указываются требования. Если арендатор соблюдает эти требования, вы тогда, соответственно, ему тоже обеспечиваете то, что вы должны ему обеспечить. Если нет, ну, у вас же какие-то права, у вас же какие-то есть полномочия, чтобы навести порядок. В ходе посещения городских рынков гости выявили нарушения со стороны арендателей. Владельцам торговых объектов были сделаны замечания и установлены сроки устранения имеющих нарушений, дабы избежать каких-либо трудностей со стороны администрации. Заместитель главы администрации Шамсудин Халитов в свою очередь отметил, что неоднократно руководителям рынков давались сроки для выполнения всех требований по исполнению дорожных карт. На ваших рынках торгуют, значит, в основном наши жители вот северной зоны, чтобы их тоже, значит, не ущемлять, это их недостаток, это их заработок, то будут уже контролирующие органы приходить и не с ними уже будут работать с управляющими компаниями, с их руководителями. Штрафные санкции там сумасшедшие. Вот мы как раз вот к этому сейчас и пришли, потому что вот мы говорили буквально 2-3 месяца назад с вами последний раз, когда встречались. Также был затронут вопрос о недавнем пожаре, произошедшего на рынке Набережная. Как отметил присутствующий заместитель начальника МЧС Вахрусултан Джангулов, все работы по устранению возникновений чрезвычайных ситуаций проводятся в плановом режиме. Ведутся профилактические беседы, объективные тренировки как в ночное, так и в дневное время. На городских рынках мы добились, чтобы были установлены 31 пожарный гидрант. На Империи 10 гидрантов, Дагестан 7 гидрантов, Березка 2 гидранта, Гарант 2. Далее, где, значит, после проверок проведенных, значит, МЧС Дагестана, вот эти мероприятия у нас взяты на контроль, и мы по дальнейшей установке новых гидрантов будем проводить в плановом порядке, значит. В ходе совещания как руководителям, так и гостям встречи была предоставлена возможность задать интересующий вопрос. По завершению Тамерлан Буганов поручил всем руководителям обратить внимание на имеющиеся проблемы на торговых объектах и принять необходимые меры по устранению. Бурлия Цамбиева, Самат Гакаев, информационная программа «Пульс».